И следующее выступление Пермского национального исследовательского политехнического университета. Поплыгин Владимир Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Видно ли мою презентацию? Да, видно. Все. Позвольте рассказать вам о Пермском политехническом университете, который является одним из крупнейших инженерных вузов Западного Урала. В нашем университете больше 2000 бюджетных мест, порядка 95% выпускников сразу после окончания университета устраиваются по своей специальности. Значительная часть выпускников и студентов имеет возможность во время обучения стажироваться за рубежом в вузах-партнерах. Это вузы Европы, Китая, Ближнего Востока. При обучении многие студенты совмещают науку и образование, и благодаря этому имеют высокие стипендии и доходы в период обучения, то есть стипендии достигают 30 тысяч рублей в месяц, что, в принципе, близко к средней зарплате в нашем регионе. И наш университет входит во все крупнейшие мировые рейтинги и, по последним данным, входит в топ-7 ведущих инженерных вузов нашей страны. Основные направления, по которым славен университет, это аэрокосмические технологии, науки о Земле, химические технологии, строительство и IT-технологии. Выпускники университета работают во многих компаниях, международных, российских, в том числе в компаниях в Узбекистане. Только малая часть компаний, в которых работают выпускники университета и в которых проходят практику, представлена на данном слайде. Давайте рассмотрим поподробнее все наши основные области, в которых мы ведем научную и образовательную деятельность. Первая область – это аэрокосмические технологии на аэрокосмическом факультете. Соответственно, здесь у нас находится суперкомпьютерный центр, изучают все современные программы для моделирования различных устройств, ракет, самолетов. И те, кто заканчивает данный факультет, могут работать по специальностям, показанным на слайде. Соответственно, наиболее перспективные специальности здесь – это проектирование новых умных материалов, соответственно, эксплуатация роботизированных систем. И направления, по которым обучаются ребята, показаны на данном слайде. И наиболее перспективные, конечно, из них – это наноматериалы, энергетическое машиностроение и технологии материалов. Следующий факультет, являющийся одним из крупнейших в нашем вузе, это горно-нефтяной факультет. Факультет оборудован самым современным оборудованием, при том все оборудование закупается при содействии наших отраслевых партнеров. Одним из крупнейших наших партнеров является компания «Лукойл». Как многим, может быть, уже известно, совместно компания «Лукойл» и Пермский политех строят новый научно-образовательный центр в Когалыме, где студенты университета, в том числе и иностранные, обучающиеся по нефтегазовым направлениям, проходят практику, а в дальнейшем устраиваются на предприятия в компании «Лукойл». То есть граждане Узбекистана, обучающиеся в нашем университете, в дальнейшем при хорошей учебе могут иметь приоритетную возможность устройства в подразделения компании в России и в том числе в Узбекистане, в Лукойл Узбекистан Operating Company. Какие направления здесь есть? Здесь в первую очередь может заинтересовать всех бакалавриат по нефтегазовому делу. Студенты, обучающиеся на данном направлении, проходят в период обучения изучение рабочих профессий по нефтегазовой отрасли. Желающие участвуют в конкурсе WorldSkills, а перед выпуском проходят 4-месячную практику в компаниях. Эти компании могут быть как на родине, так и в Российской Федерации. После обучения в бакалавриате